Всем привет, с вами СтивПро, и сегодня мы рассмотрим игру под названием Террария. Ну, эта игра нам предлагает три вида кнопки. Первая кнопка отправляет нас в мир приключений, вторая кнопка обучает нас, и третья кнопка это параметры. Ну, мы отправляемся в обучение, где нас должны обучить основным параметрам игры. Ну, нам объяснять, что такое Террария. Теперь мы должны подвигаться, или можно сказать подвигать джойстик. Вот, как видите, такое простое обучение. Вот нас учат, что мы должны убить монстра. В данный момент это слизень. Вот. Так, ну теперь у нас доступны еще новые рецепты. Ну, мы теперь должны срубить дерево. Так, сейчас поднимемся. Ну, я привык, что у меня в моем выживании есть специальный мешочек, с помощью которого я могу прыгать. Ну, давайте сейчас мы перейдем в мой мир. Ну, вот здесь мы можем создать любого персонажа. Будет ли он мужчина или женщина, решайте уже вы. Ну, мы заходим на мою карту. К сожалению, загрузка Террарии маленько дольше, чем в Майнкрафте. Вот мы появились в таком домике. Да, домик построил я сам. Так, ну что ж. Приблизим. И пойдем как нормальные люди. Вот здесь у нас уже такие монстры. Паук и слизень, которые попадаются нам уже в начале. В начале самой игры. Также здесь есть сельские жители, с которыми мы можем контактировать. Мы можем у них покупать товары. Или мы можем что-то продать. Вот так выглядит инвентарь в Террарии. И так будет выглядеть крафт, который состоит из 5 разделов. Ну, давайте сейчас возьмем бомбы и испробуем их в деле. Да, они будут взрываться. Опустимся здесь, чтобы мы ничего не повредили. Ну и кидаем сюда бомбы. После чего у нас взрывается мир. И мы можем спокойно забрать эти блоки, которые у нас взорвались. Они не исчезнут, как в Майнкрафте, после взрыва динамита. Вот, также здесь есть и... так сказать, ну как бы не атмосфера, есть тут типа луны. Сразу извиняюсь за весь, ну, такой голос, я просто маленько болею. Так, ну что ж, поднимаемся еще выше, и мы уже оказываемся наверху, где у нас, да, нету реальной, нету гравитации. Здесь я нашел летающий остров с таким зданием. Ну, здесь у нас располагается обычная трава, обычные деревья и облака, из которых идет дождик. Вот так, кстати, мы можем копать террарии. И у меня есть специальная штука, которая не позволяет нам разбиться с высоты. И мы приземлились прямо у храма, где живет один очень сильный босс. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А также пишите, что вам больше нравится, террария или Майнкрафт.